Оптимисты по жизни вас приветствуют. Сегодня чистый четверг. Вот такая погода. Тоже хмурится, наверное, собирается все помыть. Обмыть этот вирус. А чем мы занимаемся? Ну что, дела поделали. Дела поделали. Ну и занимаемся. Я вот кардиганчик доделываю. Доченька. А доченька что делает? Привет, доченька. Выживаю. Привет всем. Вот, наконец. Привет. Ну что ты там делаешь? Выживаю циркушечку. Доделаешь картиночку. И вот да. Еще начала, да? Вот такую красотишечку мы теперь будем делать. Так что, мои дорогие, ну что сидеть, в потолок глядеть. Праздник не праздник, а дела-то надо делать. Да. Так что все равно мы работаем. И вот такую продолжение, да? Тургеневских барышень. Красота. Вот одна у нас тут висит, вот она. Ой. Ну и вторая. Вот так вот. Достала свой кардиган. Уже год лежит. Все никак руки не доходят доделать его. Сейчас рукава довязываю. Сейчас сметаю. Примерю на себя. Где убрать, где прибрать. Ну, чтобы такой вот, как куртка, теплый был. Он длинный такой у меня. Под брючки хорошо будет. Доченька вся в трудах у меня сидит, моя хорошая. Вот. Все-таки мы картиночку третью нам подарили. Вот, мы очень рады. Хотим серию вот таких картин сделать. Вот сюда прям повесить это все. Ну, еще хочется радости, конечно. Вот посмотрите, вот не хватает солнца, не хватает зелени. Вот постоянно черемуха начинает распускаться. Раз вчера снег пошел. Раз то одно, то другое происходит. Ну, вот мы решили такую красоту сделать. Алочка, весеннее все. Буйство красок. Буйство весенние красок. Правильно, Алочка. Буйствовать будем. Да? Неистовствовать. Когда плохая погода, буду вот это вышивать. Да. А когда хорошая? А когда хорошая, вот можно вышивать. Вот сегодня чистый четверг. Ой, господи, боже мой. Чистый четверг, и вот как раз вот церквушечка вот уже появляется. Видите? Колокольчики такие. Ну, вообще. С праздником всех поздравляем. Чистым четвергом. Эта неделя такая пасхальная, не страстная, не радостная. Самоизоляция. Гулять выходим так перебежками всякими, да? До мусорки дошел, там около дерева постоял, воздух понюхал, занюхал. Молодежь вчера вышли, 9 темно, вокруг патрули ездят на машинах. А молодежь забилась во двор. Да. 7 человек и тусуются там себе, часа 2 тусовались. С музыкой. Да, мы вот в мусор пошли, прогулялись, вот вокруг прошли все. Патрули трин-трин-трин-трин на машинах, 5 проехали, наверное. А они как себе стояли там в кустах в темных, так и стоят до балды трасса. Да, будут этим вирусом пугать и пугать и пугать. Все равно его не изолируешь. В Америке вот послушала, что там Кристина Мотиватор. Ну, что они также с собакой гуляют, также на машинах ездят и в горы бегают. Вот. У нас также люди ходят днем. Кто на работу, кто в магазин, кто что. Ну, чтобы невозможно сделать по городам, вот прям, чтобы все сидели дома. Ну, просто невозможно. Это нереально. Это нереально. Хоть ведро на голову одевай. Да. Бесполезно. Так что, ладно. Пошли мы дальше заниматься делами. До встречи.